Подготовку ко Дню Победы обсудили сегодня на оперативном городском совещании с главой округа Дмитрием Волошиным. Сегодня в Химках проживают около 2500 ветеранов войны. В честь их праздника в городском округе пройдут торжественный митинг. В полдень стартует парад наследников Победы. Бессмертный полк начнет шествие от парка имени Льва Толстого. Также в парке проведут концертную программу, откроют полевую кухню. На входе гостям раздадут георгиевские ленточки. В 22 часа на канале имени Москвы дадут праздничный салют. Также Химки поддержат региональную акцию «Лес Победы». Заготовили больше 200 площадок, на которых жители округа смогут высадить свое дерево. Власти муниципалитета позаботятся о том, чтобы в акции приняли участие и те, кто желает сделать зеленый уголок в своем дворе. Те жители, которые хотят высадить у себя дома, и это не является площадкой, но они просто хотят во дворе посадить деревья, чтобы комбинат по благоустройству оказал помощь и людям помогли вырыть лунки. И сделали все необходимое. То есть такие заявки тоже начинайте собирать. В акции примут участие больше 4000 химчан. Стартует Лес Победы в субботу 11 мая в 11 утра.